С наступлением холодов риск пожароопасных ситуаций только увеличивается. Так, за минувшие сутки в Мордовии, по данным регионального МЧС, горели два жилых дома. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Первый пожар произошел в селе Кергуды Чалковского района. Сообщение о возгорании дома номер 7 в переулке Октябрьский поступило в районную пожарно-спасательную часть в 8 часов 27 минут. Пожар обнаружил сын хозяйки дома. Он услышал треск и вышел на улицу. Горела крыша дома. Жильцы незамедлительно вызвали пожарно-спасательную службу. Огонь повредил жилой дом и сарай на общей площади 248 квадратных метров. Причиной пожара, как сообщили в МЧС, стало короткое замыкание электропроводки. Через полчаса в деревне Крюковка Зубово-Полянского района загорелся жилой дом, принадлежащий 87-летней женщине. Пожар заметила соседка, которая позвонила в службу 112. Прибывшие на место сотрудники МЧС России удалось быстро ликвидировать пожар. Поврежден жилой дом на площади 5 квадратных метров. Причина пожара – аварийный режим работы электросети. Дома и сараи продолжили гореть и в среду. Около половины второго ночи в деревню Рыбкино Ковылкинского района огонь охватил частный дом по улице Больничная. Пожарные расчеты вызвали соседи, которые заметили возгорание. Хозяйки в этот момент дома не было. В результате пожара поврежден дом и надворные постройки на общей площади 160 квадратных метров. Причина пожара – короткое замыкание. В этот же день еще одно огненное происшествие, причиной которой стало короткое замыкание, произошло в селе Лада и Чалковского района. Горели сразу два дома по улице Первомайская. Сообщение о возгорании поступило от очевидцев. Домики были дачными, и на постоянной основе в них никто не проживал. В результате пожара уничтожена дачная и хозяйственная постройка, сарай дома номер 26, повреждена кровля и хозяйственная постройка, сарай дома номер 24 на общей площади 100 квадратных метров. Зачастую неисправность электропроводки, а также отопительных или нагревательных приборов приводит к трагическим последствиям, особенно в холодное время года. В связи с этим региональный МЧС напоминает жителям республики о соблюдении правил пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра топящиеся печи, включенные электронагревательные и газовые приборы. Не допускайте одновременного включения в электросеть нескольких мощных потребителей электроэнергии, вызывающих перегрузку электросети. Не оставляйте детей дома одних, когда горит газовая плита, топится камин, печь или включены электроприборы. В случае пожара или появления дыма незамедлительно сообщите по телефону 101 или 112, указав точный адрес. Екатерина Чермянина, программа «Происшествия».